Yo, bitches, make some noise, everybody in the air, come on, fuck your pussy, bitch. Я сейчас матюкнулся. Почему не предупредили Рому, что мы разговариваем на русском в кадре? А, да? Всем здрасте, всем привет, а английские маты я говорить на русском не буду. Из английского можно говорить только йоу. А, йоу. Два в парадный, один в шоколадный. Это можно было говорить? Два парадный, один в шоколадный. Блядь. До тебя только, да, дошло? Какой ужас. Ген, запиши эту шутку. Не понравилось? Ой, блядь, вареники. Нет, на самом деле, мне кажется, нужно знакомиться, но именно не только ради своей выгоды. Конечно. Ты вообще выгодная? Нет, ничего не выгодно. С тобой выгодно дружить? Нет, ничего нет. Ты когда-нибудь брала деньги за ночь? Нет. Я брала. Это серьезно? Нет, но могу. Хорошо. А ты брал деньги за ночь? Знаешь, как у него написано в... Я тебя сегодня в Википедию забил. Я есть в Википедии? Да, да. Кстати, тебя нет, Сань. Да, пока. А как создать? Кто-то должен создать или я сама? Скачиваешь в как он, в App Store Википедия приложение, mm-hmm. Регистрируешься. Нет, подождите, я... Нет, я же поверила. Серьезно? Давай, заходи. Там подписка, там типа подписка. Нет, серьезно, я вот не понимаю, просто в Википедии кто-то создает или ты сам должен за себя создать? Я узнал твою настоящую фамилию, когда фанател от передачи «Голос». Он меня не слушает. А, да. Я наелась. Сможешь заново все переговорить, а не видно было? Все будут думать, что это клетка разговаривала. Всем привет нашим! Я знаю, сейчас половина из ребят сидит в тюрьме. Ребят, всем здорово! Надеюсь, вы скоро выйдете. У меня все охуенно! Реально, я просто знаю, что там по наркотикам их там всех... Ты знаешь, что у Лукьяновой на спине воровские звезды набиты? Серьезно? Да. Давай только не сразу показывай, в конце покажем. За фуражкой будешь. Она когда с Кахой видосы снимала, опылилась, короче, и потом пошла в тату-салон. Какое? Блять, этого нельзя было, да, говорить? Да. Надеюсь, что за мной воры в законе не выйдут после этого. Не переживай, спасибо. Не выйдут. Твои земляки, между прочим. Да, а да, ты да. Откуда? С Екатеринбурга. Мы с Кристиной с Екатеринбурга. Да. И как, хороший город? Да. Хороший, да. А ты, Саша, откуда? Из Вологды. Очень хороший, поэтому мы съебались просто оттуда. Такой пиздатый город, блядь, я не знаю. Нет, то есть вы, вот вы советуете всем... Переезжайте. Людей злых много, их больше, чем хороших. Да, это Гена. Гена. Пожалуйста, не обращай внимания на тех, да, кто тебя пытается задеть. Угу. Есть же те, кто тебя любит. Ты не задеваемый, больше. Давай. Ты не об этом. Я думал, ты про это, прости, пожалуйста. Я не нароком был просто. Выходи за меня. Это XS Max? Да никакого. Да. Конечно, да? Даже блогер. Да, прости, пожалуйста. Просто что здесь происходит? Вы кого позвали? Это адреналин просто. Ладно. Стоп, мотор, блядь, вырубили камеру. Послушай. Слушай меня, посмотри в глаза. Ты очень добрый, светлый человечек. Дальше. Не обращай внимания на тех, кто тебе пытается причинить... Фу, а что тут мокро от нее, блядь? Заткнись, ты ее, блядь, возбуждаешь. Лукьянова, держи вареники в руках, пожалуйста. Реально, вареники в руках держи. Я еще книжки читаю. Да. Про Мария Кассаса? Нет, про Гарри Поттера. Серьезно? Я единственную книгу в жизни прочитал Гарри Поттера, я тебе клянусь. В школе. Одну? Да. Ага. Я тебе могу еще дать, у меня есть другие части. Я в жизни просто читал одну книгу, это Гарри Поттер. Философский камень, первый. Да, 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 да. Прикинь. Там еще тайная комната. Я с первой начал. Ага. И закончил. А у нас продолжают прибывать гости. Пока Саша думает, уходить или нет, после того, как ее назвал Рома Болкой, мы встречаем в этом, в нашем замесе крутого, уникального. Я просто посмеялся. Крутого. Я тебя хоть раз обозвала? Да? Саша, вы, блядь, мне что-то пиздитесь, блядь, здесь. Как его назвать, чтобы... Пиздобол. Нет, чтобы не матерно, но прям вот... Ты меня в начале передачи хачом назвала. Я не сказала. Сказала, как Романов хач. Короче, вы можете придумать какое-нибудь плохое слово, но чтобы оно было не ругательным? Назови его, знаешь, как цапля. Цапля! Цапля! Ебать, я пойду домой, блядь. Ах ты, да пошла ты нахуй после такого, цапля! Блядь. Да пошла ты. Лучше б целкой назвала. Я попью колы. Я всегда мечтал о девушке с сиськами. Сиськи! Но пока не было сиськами. Сиськи! Только с письками. И сиськи. Ну где же сиськи? Сиськи! Сиськи!
я так люблю сиськи мех твои. Да, я люблю сиськи. О да. Я так люблю сиськи мех твои. Эти сиськи сводят меня с ума. Я так люблю сиськи мех твои. Сиськи. Вот только не твои. Теперь рэп, рэп, йо. Я родился в Магадане, там, конечно, не жара, но приехал в этот город, родилась моя сестра, но может не про нее. Я читаю, простись, я читаю я, вот история моя. Эй, сисечка, 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 сисечка. Если в тебе сисечка, 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 сисечки нет? Тогда хуёво. Хуёво. Третья, я даже сегодня ради этого загар сделала. Автозагар намазался. Да. Да. Мы же говорили, что это кальмар. Да. Это кальмар. А что это? Луковый? Три, четыре. Да хватит. Заварка! Вкусно! Очень вкусно. Спасибо. Мы когда сидим, когда что-то едим. А это что такое? Морс. Не вино? Нет. Медленнее. Да хватит, Рома! Заварка! Что ты такая, блин, невеселая сегодня?